На данный момент в Волжском завершается ремонт магистрали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На 9 участках полностью уложено асфальтовое покрытие, в том числе и на тротуарах. Так, дорожники на 100% произвели укладку верхнего слоя на улице Карбышева, 9-й автодороги, Ленинградской, Чайковского, Московской, Кашевого, Александрова и на бульваре Профсоюзов. На очереди работы по оборудованию тротуаров на Пионерской от улицы Мира до Пушкина. На 90% готов участок от улицы Александрова до 87-й гвардейской дивизии. На улице Московской, Ленинградской 40 лет Победы проводится демонтаж старых дорожных знаков с последующей установкой новых. Также в ближайшее время подрядчик приступит к нанесению дорожной разметки. Работы идут по графику и даже с опережением сроков. Отметим, что в рамках национального проекта будет восстановлено 18 дорог в Волжском, общей протяженностью почти в 23 километра.